Здравствуйте, с вами No Rules. Это канал Game No Rules. Это прохождение Call of Duty 4 Modern Warfare. Современная война. Итак, сегодня мы продолжаем проходить действие второе. Остается вот жара и грехи отцов. Сегодня мы пройдем этих только две миссии. И уже в следующий раз я очень быстро выложу прохождение вот действия 3, ультиматум. Так, давайте же вот продолжаем дальше нашу игру. На чем мы, в принципе, и остановились в прошлый раз. Так, ждем, пока загрузит. Обращайте внимание на всю эту чушь. Контратака неизбежна. Рассредоточиться и перекрыть подход с юга. Сэр, они медленно поднимаются по холму. Жду вашего сигнала. Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне. Вы окружены. Бежать вам некуда. Сдавайтесь, и вас пощадят. Давай! Отличный выстрел, дружище! Готов! Отряд! Удерживать позицию! Они считают, что нас здесь гораздо больше! Вот понял! Цель уничтожена. Прощай. Цель уничтожена. По дороге тихо. Возможно, они обходят нас с запада. Они наводят сюда минометы. Пора уходить. Так, ну, давай к минигану и прикрой западный фланг. Пошел! Второй, отступаю. Третий, выдвигаюсь. Докладывает третий, второй в крайне восточном здании. Восточная дорога перекрыта. Готов. Цель уничтожена. Прощай. Ну, не допускай перегрева. Стреляй очередями. По 30 секунд максимум. Черт, побери, много ли
Активируй детонаторы! 4 детонатора в паре! Живее! Приближаются вражеские танки. Зараза, я ранен! Мак в беде! Суд! Отправляйся в амбар на северном краю деревни и останови танки! В амбаре найдешь, шевелись! Соуп! Джавелин в амбаре! Шевелись! Шевелись! Сокол-1. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. И-6, на связи Грифон 2-7. Только что вошли в воздушное пространство Азербайджана. Расчетное время прибытия 4 минуты. Будьте готовы к посадке. И-6, зона посадки окружена. Мы не сможем приземлиться у фермы, повторяю. Мы не сможем приземлиться у фермы. В этих горах повсюду зенитные установки. Отлично просто! Ну и где они теперь приземляются? В-6, на радаре много врагов. Постараемся приземлиться у подножия холма, чтобы избежать контакта. Он что, издевается? Мы рвем задницу, чтобы добраться до этой зоны посадки, а они теперь заставляют нас возвращаться обратно. Сейчас. Нужно добраться до другой зоны посадки у подножия холма. Живее! Соуп! Выполняй! Быстрее! Мы приближаемся с юга от реки. Советую поторопиться к зоне посадки F у холма. Конец связи. Вас понял, 2-7! Всем быстро к зоне посадки! Это наш последний шанс! Живее! Thank you.
связи Сокол-1. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. Через линию противника, чтобы добраться до зоны посадки. Спускаемся вниз! Пошли, пошли! Спускаемся вниз! Девяносто секунд до взлета. Итак, вот мы прошли очередную миссию. Осталась еще одна. Грехи отцов наших. И все. И, в принципе, вот и мы завершим на сегодня прохождение. Это самое лучшее. Вот. Контрольный пункт прям по курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Соуп, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Соуп, нейтрализовать их. Немедленно. Пошли, пошли, пошли! Выходим. Все чисто. Так, пора приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить свет. Комаров, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты ну никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял.
Не открывать огонь до моего сигнала! Дурак. Сэр, вижу цель в третьей машине. Прямо сейчас прохожу мимо нее. Вас понял. Всем ждать сигнала. Объект находится в джипе перед БМП. Он нужен нам живым. Смотрите, куда стреляете. Ждите. Ждите. Мы поджарим их. Хищник 1-6. Веду снижение за целью. Черт, какой быстрый попался. Так, он направляется на северо-запад от свалки. Взять его. Живо, живо. Так, объект движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым! Цель снова уходит! Слева есть переулок, оттуда вы сможете отрезать ему путь. Противники с другой стороны железного забора. Два противника с правого фланга. Кто-то есть на крыше. Везет. Противники с другой стороны железного забора. Два противника с правого фланга. Кто-то есть на крыше. Отлично. Противник на втором этаже справа. Один за перевернутым баком. К вам приближается враг из переулка слева.
Два террориста за углом у зеленой машины. Да, все чисто. Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Чистник 1-6, мы попали под обстрел. Противник занял позицию на 5-м этаже. Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Группа Б. Цель видите? Прием. Подтверждаю. Объект вошел в пятиэтажное здание. Давай, шевелись! Объект перемещается по северо-восточному крылу здания. Второй этаж. Объект слева, этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту, они у меня на прицеле. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Соуп, хватай оружие и задержи его! Бросай оружие! Черт! У парня проблемы. База говорит Б-6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем. Вот, ребята, и прошли полностью уже действие. Второе. На этом все. Следующее прохождение выложу очень скоро. Как раз последнее. И всем до встречи. Пока.